что вообще уже? Каждый человек индивидуален, он такой, какой он есть. Почему вы пытаетесь поменять людей? Это неправильно. Никогда не пытайтесь поменять людей на свой лад. Они такие, какие есть. Все. В чем проблема? Что я кушаю? Значит так, 2 бутербродика с красной рыбкой. Поджарила хлебушек, зелень, эти черри и пару оливочек. Думала сейчас кого-то пригласить в эфир, кстати. Мяу! О, не вянь цицками, ура! О, господи. Никого не слушаю, это точно. Вы знаете, люди очень такие странные, вот реально странные. То они воспринимают блогеров, которые там дурачатся, как сумасшедшие, пьют, ругаются, не стесняются в русской речи, вы понимаете, о чем я, и поддерживают, да, говорят, круто, классно, давай. А есть те, которые вот просто приходят, нет, ну ты же такая правильная, нет, оставайся такой, ну ты же там должна быть такой или всякой, короче, начинают контролировать им. А, это мне сообщение пришло, окей, спасибо. Вот, все время пытаются кого-то изменить или поменять. И, честно говоря, это выглядит странно, потому что каждый человек индивидуален, он такой, какой он есть. И это уже ваше дело и право воспринимать. Вам нравится всем, потому что мы же не 100-долларовая купюра и не резиновый мешок. Сколько лет Мими? Деток нету, что любит кушать, разное, курагу, корм, зелень, какие-нибудь вкусняшки еще у меня подворовывает, оливки любит тоже, вот, ей лет 7, слишком громкая сегодня и пищишь, так нормально, а мне все время кажется, что просто мне не слышно. Я же забываю, что тут динамик хороший. И, кстати, вы заметили, что качество изображения лучше стало, потому что я поменяла сегодня этот защитное стекло. Да. Огурчик любит, да. Я не знаю, когда ревизор. Это не ко мне вопрос, ребята. Но есть новый канал, они решают, там, когда его выпускать. Я не знаю. Но планировалось на осень. Я уже об этом говорила. Тільки в мене картинка від голосу відстає. Не знаю, но у меня интернет хороший. А крем-брюле? Не знаю, может быть. Ой, розовый цвет. Так, а ну сейчас посмотрим, кого пригласить в эфир. Зрители, запросы. Мяу-мяу-мяу. Кто есть из моих друзей, знакомых? Блин, так много людей, что даже не знаю, как выбрать. Мяу-мяу-мяу. Вы там еще не скучаете? Я пытаюсь понять, кого пригласить в эфир. А тут есть такое, что типа... Спасибо-тики. Только либо в запросах. О, тут есть кто-то очень интересный. Волосами. А ну спросим, каково это быть с розовыми волосами. Ожидаем. Ну, вы же отправили запрос. Теперь давайте принимайте. Страшно. Вы фу. Почему? Так я этот запрос отправила, кто просит. Ожидаю, видите, не хотят, они запросы кидают, а подключаться не хотят. Завтра в 10 утра у нас эфир, завтра я в эфире в прямом буду красить волосы. Ну вот, видите, я отправила в эфир подключение. Человек не подключается, отменяю, все тогда. Значит, наверное, человек передумал или стесняется, или зазвездился за минуту.
А что у меня на... Я нажимаю на кнопку, чтобы вот кого-то принять, а оно не хочет. Почему не подписаны на Дурнева, а он на тебя? Потому что у нас любовь на расстоянии. Мы решили сохранить эти чувства, чтобы, ну, знаете, вот не контролировать друг другу, полная свобода действий, полное доверие, взаимопонимание, и мы вот решили вот так. Сори, можно я один раз укушу? Просто когда речь идет о Лёше, мне сразу есть хочется. Так, что там еще? Леночка, увидишь мое сообщение или нет? Но ты очень классная и точно не странная. Спасибо большое. Не знаю, почему люди считают меня странной. Наверное, видимо, вот эта вот непосредственность и открытость людям непривычна. Ну да, есть такие люди. Я, например, или кто-то еще. И для, наверное, других людей, кто более закомплексован, такие люди кажутся странными. Хотя странно, в этом ничего нету. Просто у людей может не быть там комплексов или... Кстати, вкусный бутерброд получился. Вот, спасибо большое. Видите, я все замечаю. Все вижу. Так, дальше. Погнали. А чего оно не открывается? А, вот. Передай привет. Всем привет. Люблю таких людей открытых, как ты. Спасибо большое. Когда будут новые рецепты? Скоро. Как проводите карантин? Ну, в принципе, в сторис показываю. Выбрала ли я краску? Да, я выбрала краску. Это будет розовый цвет, все уже об этом знают. Но какой розовый? Светлый или ярко-розовый? Вы реально узнаете завтра в 10 утра в прямом эфире, когда мы с Корячкой вместе выйдем. О, Господи! Что будет, что будет? На самом деле, я хочу сказать, что вас порадует и удивит. Потому что я даже прислушивалась к голосованию людей. Я же поставила кнопочку, то есть за какой цвет. И там практически идет вот 50 на 50. И вот реально вот непонятно все-таки. И я тоже решалась 50 на 50. И даже Корячка решалась долгое время. Вот, она, конечно, предположила и заказала светло-розовый. Вот. Но я хочу сказать о том, что, поверьте, то, что она написала у себя в сторис, что за светло-розовый, поверьте, уже 300 раз все передумалось и переигралось. Кто знает, может, я завтра вообще фиолетовой буду. Такое тоже возможно. Так. Лучше будьте белым. 100%. Но задание есть задание. Леночка, так приятно за вами наблюдать. Вы такая искренняя, естественная. Очень вас обожаю. Спасибо вам. Спасибо огромное. Правда. Вот мне кажется, открытие меня, вот я не знаю, кого еще назвать. Ну, правда, вот хочется вот откровенности. Леночка, я твой фанат с 10 лет. Так, читаем. С 10 лет, мне сейчас 14, привет из Молдавии, ничего себе, здравствуйте, как это круто, это очень приятно, правда, очень приятно, и действительно, Инстаграм у меня уже давным-давно, спасибо, правда, это очень вдохновляет и безумно приятно. Вот наугад, я даже не читала, что там... Ой, а где оно? А, вот. Лена, под лицу все к лицу, в хорошем смысле, конечно, вы будете куколка с розовым цветом. Спасибо огромное. Да, я буду такое какое-то время, конечно, яркой, очень яркой девушкой. Ну что ж, мне кажется, это крутой будет эксперимент. Так, и вот я даже не смотрю, наугад открываю...
Олена, скажіть, звідки ви родом і чи одна ви в сім'ї? Так, я одна в сім'ї, і я з Києва. Я народилася в Києві. Я корінна київлянка, києвеляночка. Да, так. Так, ну відкривайся, блін, чого не тормозить? Вопросы, вопросы. Вот это хороший вопрос. Сколько раз в день кушаете? Значит так, считайте. Вот это я кушаю второй раз, наверное. Я сегодня сырники.